Вместе против природных бедствий и техногенных катастроф. В Алматы начал работу совместно с Кыргызстаном Центр по чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий. По своему статусу он является постоянным межгосударственным органом. Центр будет отслеживать и анализировать ситуацию не только в Казахстане и Кыргызстане, но и во всем Центральноазиатском регионе. По официальным данным, государства Центральной Азии практически ежегодно подвергаются различным видам чрезвычайных ситуаций с человеческими жертвами и серьезными разрушениями. Суть создания этого центра – это развитие международных взаимоотношений в области чрезвычайных ситуаций и снижения риска стихийных бедствий. Как между Казахстаном и Кыргызстаном, сейчас вот в качестве наблюдателей присоединяется Афганистан, так и связь чрезвычайных служб и населения через центр с международными организациями, в частности с институтами ООН.